играю в свой выходной, в дневное время, светлое время суток, могу говорить в полный голос. Но говорить тяжело в этой игре, потому что много рутинной работы. Много рутинной работы. Так, а что у нас с настройками? Звук. Смотрим. 69 мастер волюм. Тик. Сингл. Оп. Так, это у нас торговец там. Торговец тусуется. Это у нас ведра с лавой. Камень обжигаем. Тут песок и булыжники. Что? Порох есть. Яблоки. Кирпичи. Из глины. Что мне еще надо здесь? Что мне, может быть, надо? На чем я остановился? Так, мне нужно бежать туда, к острову, и собирать факела. Есть еще что ли факелов здесь? Хватит. Два стайка есть. Ладно, еще чуть-чуть факелов возьму. Где они тут есть? Не вижу. О, ну этого хватит. Камень. Так, это мне не надо. Андезит. Гравий не нужен. Таблички пригодятся. Мечи пригодятся. Кирпичи есть каменные. Так, сюда бегу. Итак. Что у меня здесь? Ага. Ну ладно. Тут табличку ставить незачем. А, или поставить. Поставлю табличку здесь. И что-то я чуть потише звук сделаю. Табличку ставлю. Сундуки зачем мне здесь? Ой. А, пригодятся. Так. Путь. А тут как? О, вот так. Нет, не так, неправильно. Лестница. 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 Видно? Видно. Ладер. Ладер. Лестница же. Ладно, да, правильно. Как интересно, в английском языке лестницы... У лестницы есть разные слова, и они означают лестницы разного типа. Лестница вертикальная, у них пишется ладер. Есть лестница в игре, которая выглядит по-другому. У нее другое название. Какое название там у нее? О, забыл. Ладно, бегу на остров. Stairs, stairs. Ступеньки. Если ступеньки вот так идут друг за дружкой, stairs. А если вертикальная лестница, веревочная или вот такая деревянная, то ладно. Разные слова. В русском языке такого нет. Мы можем только двумя словами сказать, что это либо вертикальная лестница, либо просто лестница. Не вертикальная.
тут будет не лишним сделать немножко больше, чтобы хоть из лука не стреляли скелеты. Они же ходят здесь. Стреляют из лука. Здесь тоже. Еще крипер может забраться по этой лестнице. Эй. Ой. Лестничку подберем. Пойду дальше. О! Я ставлю факел. Правой кнопкой мышки можно ставить факел. Как здорово. Так это уголь. Нужен он мне, нет? Ну как мимо пройти-то? Ой! Вот. Отвлекаюсь. Подлагивает немножко. Так, ставлю факел обязательно, чтобы не появлялись криперы всякие. Здесь чего? Здесь чего надо? А ничего. Идем дальше. Так, пошел дальше. Это надо будет расширить углы эти, если убрать. Здесь написано к острову. Вот эти углы можно будет киркой сбить потом или сейчас, и будет очень даже удобно бегать. Сейчас мне приходится клавиатурой маневрировать. Вот, пара минут, и я дошел. Здесь опасная у меня территория. Как я тут вчера задумывал-то, 4 на 4. Раз, два, три, 4. 4 клеточки отступаю. 4 метра. Просто потому что мне так... Или я... Нет. Раз, два, три, четыре. Да, да. Так я и задумал. Тут раз, два, три, четыре. Да, и здесь тоже. Еще лава где-то. Надо будет не сгореть. Не попасться скелетом. Убежать. Сначала убежать. В случае любой опасности. Правила Майнкрафта в режиме выживания. При любом намеке на опасность сначала убежать. Потом уже всегда можно вернуться и наказать тех, кто тебя напугал. Может быть и лава, и пещерные пауки очень опасные, ядовитые, сильные, быстрые. Так, тут все правильно? 4, 4, 4. Тут 4. Все, сделал. Теперь факела поставлю. Факелов много. Я богатый на факела. Так. Копаю дальше. Ой. Так, это не надо. Ой, что я делаю, что творю? Как-то надо по-другому теперь. Высоко забрался. Угу. А, ну я просто железный... Как он называется? Железную руду сейчас откопаю. О, вот, сейчас пауки до меня доберутся. Надо будет убежать сразу, наверное. Если это пещерные, у меня, не знаю, будет ли шанс у меня с ними сражаться-то. Ну, первый раз можно киркой ударить, она тоже эффективна. Каменная кирка. О, а, кирпич же надо поставить. Как же я мог забыть? Пум-пум-пум. Пум-пум. Пум-пум.
Да, ну я заложу, не буду сражаться. У меня другие дела есть. А, какие у меня другие дела? И... Что я делаю, что твой? О, посмотрим. О! Ну, нет, ну я же захватчик, я же... По натуре-то захватчик. А, спаунер! Это спаунер. Как мне повезло. Ладно, я убегаю. Теперь я знаю, где спаунер. Пауки в эти щели могут пройти, поэтому нужно щели все эти... Задел. Ой, что я творю? А, ну и так тоже. Нет, так нельзя, не. Ошибка. Пум-пум. Вот так вот. И я пошел дальше. Ха! Он застрял в текстурах. Я успел, я успел. Ой, я не подобрал кирпичик. Ладно, подберу. Кирпич-то нужен. Кирпичный блок-то. О, подобрал. Теперь... Так, все, я в безопасности уже. Вот пауков. Так. Теперь что мне нужно? Табличка. А, у меня еда есть? Еда есть, как удобно. Теперь у меня хлеба много. Можно бегать, сражаться. Табличку поставлю. Спаунер с пауков. Вот так, да? Или не так? Да, так. Спаунер пауков. Все. Обычные пауки, не пещерные. Но все равно надо быть начеку. Так, здесь как копать? Я не могу придумать, как здесь копать-то. Мне нужно вверх копать, чтобы к острову попасть. Как я это сделаю? Наверное, только так. Пум-пум-пум. Поставил лестницу сначала. Потом блок. Ой, упал. Так, если с большей высоты упаду, будет плохо. Не туда. Где тут? А, вот лестница где. Оп. Поставил. Пока непонятно, что тут делать. Как-то все. А, ну вот так, наверное. Оп. Так. Лестницу поставлю. Какая у меня высота здесь? Глубина 47 блоков. Высота. Еще блоков 15 где-то, и я буду на поверхности. Может быть, 20 блоков. О, копать надо. А, под себя нельзя копать? А, нет, можно. Лавы же нет. Ничего страшного. Над собой копать можно. Под себя нельзя копать. А над собой можно копать. Ничего страшного. Если на меня крипер даже упадет, ну, не особо это страшно будет. Лава не выльется, потому что видно. Если лава. Пум-пум-пум. Оп. Так. Но лучше сначала здесь, потом здесь. А, какая разница? Оп, сейчас будет поверхность. А там я факела понаставил. Там не должны спавниться.
Так. Четыре блока сделал. Shift отпускаю. Ага. Потом. Так, так. Так. А, тут факел нельзя. Факел мешается. Все, прошел. Ну, так можно по такой схеме вверх подниматься. Главное смотреть, чтобы лавы не было. О, песчаник. Песчаник нашел. Ух, как интересно. О, упал один. Оу! Оп, а там еще и вода будет. А, нет, какая вода? Я же посмотрел координаты, там песок. Только. Все правильно. Песчаный остров. Вот и песок. Вот, и ночь. Прекрасно. Четыре блока. Ставлю. Два. Так, сначала факел поставлю. Так. Потом. Поставил четыре блока. Спрыгиваю. Ай, не четыре. Раз, два. Так, пошел дальше. Оу! О, что, они ниже-то... А, там лестница мешает им. Ой, упало что-то. Ну что ж, я спущусь, подберу. Что там упало-то? Не оставлять же. Ой. Написано у меня к острову. Так, и другую табличку надо прикрепить на стену, и там будет написано домой. Где прикрепить? Здесь. Домой. Ну, наверное, так. Дай. Нормально? Нормально. Продолжаю. Собственно, раз, два. 3, 4. Ну-ка, по пятый блок попробую поставить. Не разобьюсь я. Урона не будет. Да, урон есть. 5 блоков нельзя ставить. 4. Чтобы не ломать обувь. Ботиночки железные. Оп. Ага. Песок надо забрать. Песок нужен. Ага. Оп. Так, кирпич поставлю, чтобы я сам не провалился здесь. Не поднимешься, не провалишься и не спустишься. Оп, все. О, это же песок. Песок надо экспроприировать, как-то там забрать. Забрал. О, как интересно. Так. Оп, 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 оп. Лестницу ставлю. Ну все. К острову своему я попал. Блеск. А вот так. Все. Оп. Новое завоевание. Факелов у меня куча. Все, теперь от того домика у меня есть туннель к этому острову. А здесь у меня бамбук и песок. Сначала бамбук соберу весь. Сначала весь песок соберу. Если времени хватит. Сколько я еще просуществую? Сейчас мне 40.
Когда я помру. Допустим, если я до 80 доживу, еще 40 лет копать песок этот мне, да? Тут сколько? Тысячи? Тут многие тысячи блоков песка. Вон. Тысячи блоков. Их нужно выкопать, переплавить в стекло. Еще из него можно делать динамит из этого песка. Что-нибудь. Сынок любит стекло, стеклянные строительные материалы. Копаем и бамбук собираем. А, его же надо посадить. Чё ж я только собираю. Ой. О, можно и так факел ставить, да? Ну, как интересно. Нет, это уже лишний факел. Где у меня бамбук? Ну, это не бамбук, это называется сахарный тростник. Я его называю бамбуком. Сахарный тростник. Ну, похож на бамбук. Как-то напоминает. А он... Что, только в песок, что ли, можно его сажать? А в землю? А, можно и в землю. Ну, песок выкопаю, и землю... Песок более ценный. Ладно, пока где я песок не выкопал, я посажу бамбук. Ой, так можно, о, как интересно. Ладно, покопаю. Может, посадить дерево? Саженцы есть? Я с собой не взял. Так, трава здесь мне не нужна. Все, убрать траву. Траву, чтобы посадить, нужно костную муку высыпать на землю. Правой кнопкой мыши. И появится трава на земле. О, и лава поблизости. А глубокий вообще водоем-то? Ну, глубокий, да. Но я как раз под дном этого водоема прокопал туннель. Оп, оп, оп. Оп, оп. Копаем, копаем. А зачем землю-то выкапывать? А так просто. Моя лопата есть, а я больше не взял ничего. Дерево я с собой, саженцы не взял. Может, туда сплавать? Недалеко же. Недалеко, в общем-то, сплаваю туда, за деревом. До домика далеко. Где домик? О, грибной биом! Там грибы, я вижу. Как интересно. И как будто... Нет, это гора. Похоже на пирамиду, но нет, это... И там, кажется, тропические деревья. Тропический биом. Очень похоже. Вдалеке виднеется. Так. Итак, к деревьям надо. Или нет? Или потом? А! Или сейчас? Блоки есть? Нет. Ладно, прокопал я. Ход. Посадил сахарный тростник. Это моя была основная цель — сбор сахарного тростника. Теперь я пойду расширю немножко проход. Оп, оп. Туда, сюда, чтобы было удобнее бежать и не маневрировать. Кирки есть, кирки есть. Так, здесь раз три блока освобожу. Два. Три. Три. Так. Еще три блока освобожу. Раз, два, три. И еще три блока. Вот так. Вот как хорошо. Мне кажется, это будет эстетично. Ой, музыка какая интересная. Какая музыка интересная. Нет, я даже уже придумал, как я по-другому ее делаю. Очень будет красивый вход. Так, три сделал. Три сделал. Вверх я максимально прокопаю, насколько кирка достает. О, еще два блока достал.
Так, тут немножко будет факелов. Так. А, факела есть. А тут я буду копать. Как я буду копать здесь? Значит, тут у меня сколько блоков? Высота. Мне нужна высота в два блока. А сейчас раз, два, три, четыре. Так, у меня блоков излишняя высота. Раз, два, три, четыре. Пять блоков лишняя высота. И три блока лишняя ширина. Значит, мне нужно сейчас сужать ширину и сужать высоту. Ширину уменьшу на 4 блока, а высоту... Раз, два, три, четыре, пять. На 5 блоков. Значит, сужать начинаю через две клетки. Сначала поддерживаю. Шаг, шаг, шаг. Сужение. Две клетки будет. Ой, должно быть красиво. Должно быть душевно. Посмотрим, что получится. Пока я здесь копаю, время идет, и тростник сахарный растет. Потому что я, ну, наверное, я недалеко еще ушел. Должен расти. Не знаю. Надо читать, почитать вики Майнкрафт. Справочник по Майнкрафту. Потому что что-то могло и поменяться. Так. Теперь я сужаюсь. На одну клеточку в ширину меньше надо сделать. Проход. И на одну клеточку вышину уменьшу. Так, правильно? Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас две клеточки. И тут будет 4 клетки вверх. Раз, два, три, четыре. Сужаюсь. И здесь также. Две клетки и 4 вверх. Так, это высота коридора. Раз, два, три, четыре. Ну, а как же у нас... Ладно, уголь. На уголь не буду обращать внимания уже. Так, убираю лишнюю породу всю. Узел. Две клетки у меня шаг. Значит, дальше. Копирую рамку. Это рамка. Рамка. Кирка как быстро кончается, ломается. Каменная незачарованная кирка. Простая незачарованная каменная кирка. Сузил. Так, 3-3, 2-2. Теперь еще чуть-чуть сужаю. Две клетки сузил. Теперь еще одну клеточку уменьшаю. Пум-пум. Сюда, в эту сторону. Сузил. Еще. У меня два блока. Шаг. Один шаг равен двум блокам. И высоту чуть-чуть вот так. Ага. Так, нет, нет. И вот здесь тоже надо поднять. Так. Угу.
еще. Так, один блок сделал, еще один блок. Так. Так, это я сделал. Факел нужно. Теперь, ну что ж, у меня теперь надо еще сузить до 4, да? А сейчас сколько? Раз, два, три, четыре. А, все, все. Это ширина туннеля. Раз, два, три, четыре. Или три? Или два достаточно? Ладно, не знаю еще. Теперь я шаг вперед еще сделаю. Так. Так, раз, два, три. Сейчас 4 шага. Два-ка я сделаю. 3 шага. И высоту чуть-чуть уменьшу. Вот настолько. И дальше. Сделал. И дальше. Продолжу в этом же духе. А, правильно, правильно. Так, 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 так. Так, пока двумя блоками ограничить ширину. Туннеля. Ширина туннеля будет 2 блока. Пум-пум. Здесь надо тоже чуть-чуть убрать, наверное. Так будет. И тут еще чуть-чуть уменьшу. До 3 блоков. Все. Сделал я. Переход. Вот так вот я. Подхожу такой и сразу вижу издалека. Ну, где я? Ну что, нормально? Так, и ширина туннеля будет 2 блока. Все, пошел. Расширять теперь. Теперь рутинная работа. Расширяю просто туннель. До ширины 2 блока, чтобы с кнопочками бегу не маневрировать. Сколько блок? Один блок ширина здесь у меня. Вот так, и здесь тоже один блок ширина. Расширю. Прямая. Чтобы я видел направление. Что-то не очень. Может, вот так? Тут уже ручная пока подводка. Не знаю, как это все посчитать. Ну, я знаю, как посчитать. Не хочется мне это все сейчас выкладки делать. Все эти блоки высчитывать. На глаз. Тут небольшая длина. На глазок. Длина туннеля-то не особо большая. Че, 2 минуты бежать? Или даже 1 минуту бежать. Вот еще здесь чуть. Так, вот эту табличку придется сломать. Чё, котик? Это, о, это не кот, кажется. Труба трясется, ничего себе. Что написано на табличке? To the island. To the island. Ну-ка я скопирую табличку сначала, потом сломаю
эту, а то я не повторю. А, ну тут несложно. Вот так вот. Эту табличку ломаю. Ломаю. Все, сломал. Че, где проход? Правильно иду? Ну, вроде правильно. Так, здесь чуть-чуть. Вот, теперь бегу прямо. Факела закончились. Стек факелов закончился. Еще. У них полно. И могу сделать еще много. Угу. И что, пещерка? Пещерку заделаем. Зачем мне экстрим? Это у меня уже нужна лопата, которая у меня сломалась, и у меня нет верстака и дерева, чтобы сделать лопату. Все. Побежал на базу. Тут, слава богу, немножко осталось. Или покопать? А, покопаю. Буду и киркой орудовать. О, вот провалился как. Удачно. Сейчас бы крипер взорвался тут неожиданно. Кирпичи есть. Каменный кирпич. А кирпич не может быть каменным. Кирпич — это изделие из глины только. А тут написано кирпичи. Ну ладно. Каменный кирпич. Да. Наверное, в строительстве не используется слово каменный кирпич. Если это блок камня, то это называется камень шлифованный. Наверное, так. Так, не вижу я прямой линии. Значит, где-то ошибся на этапе прокладывания туннеля. Должна быть прямая линия. Кратчайший путь — это же прямая, а не харда какая-нибудь, не дуга. Игра называется Майнкрафт. Это два английских слова. Копать и строить. Два слова переводятся так. Майн — копать, крафт — строить. Так что я копаю и строю. Последняя каменная кирка. И не последняя железная руда. Не последние блоки железной руды.
Так. Да, два блока в ширину достаточно, чтобы бежать беспрепятственно. Наверное, сюда вот надо, в эту сторону. Что я там близко уже нет? А, нет еще. Да, когда копаешь, все-таки дольше. Бежать просто легче, чем копать. Бежишь одну минуту, а копаешь. Ух, целый час. Зато не нужна лодка и оружие. Безопасный путь. Короткий, безопасный путь. Плюс накопал материалов. И железные руды нашел. Угля нашел. Так, лопаты нет. Бегу дальше. Кирпич за кирпичом, блок за блоком, камни копаю сейчас, камни, гранит, еще камень копаю, ломаю, все, кирок нет, только мечи деревянные, отлично. Ну, пойду отнесу все лишнее. Принесу все нужное. Все. На базе. Так, пока не глядя все скину. Потом посмотрю, что мне нужно. Я заберу. Так, мне нужен меч, меч, меч. Наверное, может быть, удочка нужна будет. Каменные кирпичи. Таблички. Так, это не надо, это надо. Это пригодится. Хлеб, еда нужна. Кирки надо делать из булыжника. Палки где? Палки-то где? Палок нет. Что? О! Огонь. Я был очень далеко, огонь не горел. Или горел? Горел. Что, много наплавили? Очень много. Замечательно. Так, сначала я туда закину железную руду. Потом туда пойдет песок. Так, сюда закинем. Ага. Все остальное. Почему нет-то? Ну так, да. Может, рыбку туда? А, потом. Ну, как замечательно. За лавой, что ли, сходить? Еще лаву притащить. 5 ведер надо мне. Вот они, 5 ведер.
Схожу за лавой туда. Пока день. Пока светлое время суток. Куда туда-то? А, туда. Так, меч в руке обязательно. Криперы могут быть еще кто-нибудь. И в лаву не упасть. Ой. Что ж ты будешь делать-то, факел? Факел потерял. Раз, два, три, четыре, пять. Все, набрал ведра. Побежали. Прекрасно. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Так, и железо, и камень есть теперь. Отнесу я это все туда, в хранилище. Вот они, камушки. Не знаю, нужен мне камень? Нет, наверное. Не нужен. Так, но булыжник я отнесу на плавку, на переплавку. Пусть плавят, чё. Все булыжники на переплавку. Ну, факторию вот это удобнее управление инвентарем. Почему они не сделали так же, как в фактории в игре? Ух, жалко. Было хорошо. Было бы хорошо, было бы замечательно. Так, ладно, кирки сделаю. Три хватит. Ну, еще одну. Что мне еще нужно? Ступеньки из кирпича. О! 28 ступенек сделал. Еще надо кирпич. Тогда. Так, все, излишки булыжника уберу. Весь булыжник. Вбухал. Так, ладно. И каменные кирпичи уже надо. Опять сделать. Так, железные слитки спрячем. А из камня сделаю еще каменные кирпичи. А, и лопату надо сделать. Так, лишний камень уберу, не нужен он. И лопату одну. Дайте мне, что ли... Камни. Один булыжник нужен, чтобы сделать лопату. Палки остались? Или еще лопату? А, саженец надо взять. Дерево посажу там. Или лопату. И сделать еще одну. А, еще одну лопату сделаю. Чтобы сделать лопату, надо взять опять же булыжник. Факел. Две лопаты есть. Теперь поставлю здесь каменные ступеньки. Здесь будет... Что у меня здесь будет? Удочка пока не используется. Лопата здесь будет. И каменные ступеньки. Вот так удобно. А! Еще полуступеньки нужны. Может быть, они даже удобнее будут. Шесть. Вот так.
Вот, достаточно. Блеск. Небольшой перекур. Так, смотровая площадка у меня есть? У меня нет смотровой площадки. Еще. Пока еще. Просто посмотрю в окно. Вот и наступила ночь. Время 11 часов. Уже по Москве. Московское время 11 часов. Так, тут у меня лава, тут у меня булыжники, а тут у меня тоже булыжники. Тут что? Песок. Песочек. Тут стекло, значит, уже есть. Немножко железа. Ладно, я пошел. Так, тут все готово. Все. Пум-пум, поехали. К острову. А, копаю, что же. Пум-пум-пум.
табличку надо поставить опять. Так, когда поставлю? Может, пошире сделаю здесь тоже? Пошире, повыше. Повыше. Может быть, пошире. Может быть, нет. О. Вот так. Какая музыка классная. Наверное... А, нет. Рассвета нет, только что ночь была. Музыка классная в игре. Нет. И светло, и тепло. Ну все, вот так. И здесь табличку. О, красота. Налево, наверное, копаю. Копаю сейчас просто на глаз. Просто вроде бы в том направлении. Но это можно и все рассчитать, чтобы была идеально прямая линия. Нужно очень... В общем-то, несложно рассчитать, просто нужно рассчитывать на бумаге. Потому что, чтобы рассчитать в уме, нужна существенная подготовка. Ну, я пока еще так не подготовлен, поэтому мне нужно выкладки математические делать на бумаге. Потом применять их. Все, прямой, прямой путь до острова. Прямой, кратчайший путь. А можно и рельсы проложить. Точно, можно рельсы проложить к острову. Как я забыл про такую возможность. Так, меч использую редко, лопату чаще, наверное. Ой, ох, чуть не провалился. Вот она. Это на ошибка века. Это что? Стекло, да? Тут есть стекло, а тут нет стекла. Поставлю-ка я тут кирпич пока. О, какой интересный каньон. Это какой-то подземный каньон, что ли? Бывают ли в природе такие подземные каньоны? Нет, это пещера. Похожая на каньон. Но красиво выглядит. И увлекательно выглядит. Хочется исследовать ее. И там много всяких полезных блоков. Алмазы должны быть какие-нибудь. Алмазная руда. И золотая жила где-нибудь должна быть.
здесь немножко не закончил. Но я закончу теперь. Кроме угля и железа, на этой глубине, на этой высоте 40 блоков, я больше ничего не нашел. Ни золота, ни красной пыли. И тем более алмазов. Только железо и уголь. Ну, тоже нужные вещи. Андезит я не вижу. От него никакой пояс, конечно. Это же андезит. Диорит. Ну, то же самое. Только в строительстве их можно применять. Ой, вперед. Сейчас бы сделал шаг вперед, чтобы подобрать блок. И все, провалился бы в дырку. Есть у меня опыт, провалился уже в лаву. Очень было печально. Замечательная железная руда мне попалась. Небольшая железная жила. Залежи железной руды. Оп! Опять чуть не провалился. Тут невысоко, но все равно. Быть осторожным. Что это был за звук? Тик. Я слышал звук. Наверное, это был крипер. Очень возможно. И сейчас он может по этому блоку ко мне подняться. Где-то он там есть. Ладно. Я железо нашел? Нашел. Все. Ставлю пол обратно. Все, пол застелил. Факел освещения сделал. Копаем. Землю копаем. Если земля попалась на глубине, это удача. Потому что это не булыжник. Землю очень быстро можно выкопать. И найти руду какую-нибудь. Но земля на глубине редко. Редкость. 40 метров, как сейчас, не глубина. 40 блоков. Высота. Так, ладно, с этим все понятно. Пошли дальше. Опять провал. В ту сторону надо сбивать блоки. О, гравий. Замечательно. Так, это пещера.
О, как интересно. Это та самая пещера, вход в которую я видел. Я слышу шаги. И мне страшно. Так, это мой туннель. Прорытый, искусственный. Так, железную руду вижу. Здесь будет стена. Не хочу сюрпризов. Все, стена есть. Свое присутствие обозначил. Следы своей деятельности оставил. Нашел немножко железа опять. Уже 10 блоков железной руды есть. 13, 14. Так, куда дальше? Так, где я вообще? А. Так, это маленький тупичок. Ну, пусть будет тупичок. О, вода где-то. Журчит. Так. Иду дальше. Здесь гравий. Надо копать гравий. Уголь пока меня не интересует. Факелов много. Или уже я их истратил. Ладно, выкопаю. Раз попался. Пока у меня угля не так уж очень много, буду его копать. Ух, вода! Ох! Вот это сюрприз. Вот он и водоем. Только недавно я спрашивал, какова глубина этого водоема. Теперь я знаю глубину водоема. Не очень высок. Не, вот 44 блока где-то, да? Где-то 44 блока глубина. Заткнула я эту дырку. Ой, я не могу даже заткнуть ее. Ну ладно. Не могу подняться. А так... Все нормально. Осьминоги есть? Осьминоги не приплыли? Нет. Не проникли. Ой. Тут как? Так. Вот 43 метра... глубина, и я впустил воду в туннель свой. А туннель, если смоет факелы, то надо вместо факелов надо ставить обязательно другие факелы. Если будет темно в туннеле, будут появляться скелеты. И все остальное. Опять водичка. Ну что ж. О! О! Там зомби. Там утопленник. Ходит. Слышно его шаги. Слышно его бульканье. Булькой, булькой. О, гравий опять. Все равно меня это не установит. Я буду собирать уголь.
страшненько. О! Ау. Покопаем, покопаем. Оп, нормально. Поедим, поедим. Ой. А, это вода. Смыла факелы. Ну чё. Оп, еще вода. Ну ладно, ладно. Пусть будет так. Повоюем. С водой повоюю. Что же будешь делать-то? Так, смогу я там заткнуть? Или нет? Не могу. А, лопата. Угу. Теперь могу. Подышали немножко. Вылезаю и затыкаю. Все, заткнул. Мне только уголь собрать. И все. Еще уголь, ух, как интересно. Блоки угля. На дороге не валяются. О, куча угля, 36 штучек уже подобрал. Ух. Ох, как много гравия. Мои кирпичи закончились. Какой ужас. Булыжниками придется загораживать. Что же делать? Пока так вот. Не ожидал я. Понадобится так много булыжников. Утопленника я попробую убить, если он появится. Он вроде не очень сильный. Все, уголь я весь собрал. Теперь надо дырки заткнуть и идти дальше. Своими делами заниматься. Нет. Нет, 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 с тобой не хочу сражаться. Сейчас. Ой, я тону, я тону. Еще не хватало захлебнуться. Ой. Булыжники где? О-оу. Он сейчас ко мне придет. И пришел уже. На тебе. На тебе. Так, еще мне нужен каменный меч. Где он? А вот он. А что он не нападает? Из воды не выходит? Он не может из воды выйти, наверное. А, нет, может. Нет, это странно, он перемещается. Видимо, он медленно перемещается. Где у меня тут выход? Выход, выход скорее. А, можно shift нажимать. Тогда спускаешься быстрее. Все. Че еще? Ну, что ж тут получилось? Да где ж тут? Где вода-то?
еще кирка сломалась. Откуда она там? Откуда там вода? Я же вроде все заткнул. Откуда там течет вода? Ух. А, вот отсюда, что ли? Ага. Это гравий. Ага. Ну-ка посмотрим, что там. А, ну это просто блок воды. Источник воды у меня здесь получился. Все. Нет, тут гравий. Тут гравий. В гравий не надо факел ставить. О. Так, вот такое мое было маленькое приключение. Угля нашел. Опыт приобрел. Потому что утопленника убил. Победил. Ник. Где факела? Я все факела истратил. Вот это дела у меня. Ладно, побегу обратно на базу. А где база? Ой, уголь. База там. Если я в этом разбираюсь. Ой, это что? Это заткнуть. Не очень прямая дорожка, надо будет скорректировать. Дай. Что-то у нас есть еще мне в реальном мире. Так, домой. Так, мне нужно лопату одну. Кирку. Лопату. Кирпич. Каменные блоки. Два стайка. Каменные блоки готовы. Факела надо? Пригодятся? Ой, я сейчас бы палки таскал. Ладно, пусть будет факела. А, теперь мне нужны... Чего у меня закончилось-то? Блоки. Кирка была... А, факелов у меня не было. Закончились. Поэтому я вернулся. Главная причина. Так, ну что же, я... У меня кирка одна осталась. Два, три добавлю. Лопата есть у меня запасная. Все. Так, это спрятать. Все остальное. Диориты всякие. Андезиты. Все убрать. Земля пока не нужна. Это не надо, это не надо. И надо взять мне еще... саженцы. Так, это вот так надо... Где я вообще? Так, я здесь. Ага, здесь нужно полуступеньку, может быть. Получится что-то хорошее? Что-то отдельное выйдет? Фиг, не вышло. А так? Ну, что-то вышло, но не то. И тут полуступеньку. Получится? Получилось что-то. Непонятно что. Тут обязательно прыгнуть надо. А так я сломал лестницу. Замечательно. Не лестницу, а дверь. А дверь ломать нельзя. Ни в коем случае. Вот так была. Так была дверь.
Ладно. Чё, светает? Или вечереет? А вот так. Так, это я на восток смотрю. А, это восток. Значит, светает. Это запад. Паучок. Скелеты, да, там вдалеке. Так, что у нас тут хорошего? Два ведра лавы уже израсходовались. Фантастика. Ладно, пошел я. Зачем я поднимался сюда? Зачем-то я сюда поднимался. Так, гранит мне не нужен, земля. А, за саженцами. Здесь саженцев нет. Прекрасно. Точнее, плохо. Ладно. Саженцы и сосны мне нужны. Сосна хорошо растет. Димон забрал их в свои сундуки. Ух. Жук. Ладно, я за ними схожу. В лес. Или нет? А ладно, посажу я просто березу. Тогда. И березы нет. Ах. Ну ладно, дубовый. Дубовый саженец тогда посажу. Уж больше ничего нету. Так, там у меня пшеница. Собрать пшеницу? А я не хочу. Незачем. Незачем. А, ну все, пошел я на остров. На остров туда. Пу-пум. Так, побежали. Вот этот лишний блок. А, факела где? Побежали дальше. Вот это тоже лишний блок. И это тоже. Так, вот эти блоки лишние. Ой. Булыжник упал. А, надо же его подобрать. Чё же растрачивать булыжники-то? Конечно, можно сделать генератор булыжников. Раньше можно было. А сейчас я не знаю. И как собрать их? Во. Все нормально. Еще и факел поставлю. Чтобы не спавнились. Чтобы не появлялись скелеты. И пауки. Зловредные. А это мы закроем. Все. Здесь закрыл. Здесь закрыл. Замечательно. Мне нравится. Ой, сюда факел стало. Можно прикреплять. Раньше к стеклу нельзя было лестницу прикреплять факел. А теперь уже можно. Чуть-чуть поправляю путь. Прямее было. А, побежали. Так, наверное, надо. Так.
Побежали, побежали. О, уголь. Уголь надо забрать. Классная вещь. Какой-то был звук страшный. Ну ладно. Проигнорирую, пойду дальше. Ой. Как вернуться? Так, вернусь. Так, блок. Так, а тут закрою. Ой, лишнее. Вот так. Побежали дальше. Ой. Это не чешуйница случайно? Ящерица, которая кусается. О, еще уголь. Превосходно. Еще три блока вижу угля. Четыре блока вижу. Пять блоков вижу. Кажется, 9 блоков. Десять блоков вижу. 12 блоков. 15 блоков вижу угля. Проверим, сколько. 21. Как, не знаю. Правильно я посчитал, нет? Не знаю. Не знаю. Побежали дальше. Не думал, что придется удалить и эту табличку. Но я удалю ее. To the island. Бокс сломаю. И все. Мне кажется, я вижу лестницу впереди. Значит, я в верном. Значит, я на верном направлении. Есть такая франчайзи. Была такая франчайзи 1С. Я там работал. Неофициально. Называлось «Верное направление». И руководитель там был Щербаков. Человек с такой фамилией был. О, можно и так, оказывается, было. Еще чуть-чуть. Еще немного. Можно развернуться, оглядеться. Ну, кажется, я пришел. Ну, замечательно, мне нравится. Я в восторге от своей работы. Вот.
Прекрасно. Оп, вошел. Как надо обозначить это место чем-то. Может, камнем? Ну, наверное, не факелами. Не факелами. Так, я так уже как-то не то. Поедим хлеба. Игрового хлеба поедим. Ну, что? Так, дракой не пахнет. Наступил день, и я сажаю дерево. И собираю... Собираю, наконец-то, сахарный тростник. Наверное, он не сломается, если я киркой... Если кирка не сломается, если я киркой собираю тростник сахарный. Сейчас узнаю. Если кирка сломается от сахарного тростника, то я увижу индикатор состояния поломки кирки. Кирка не ломается. Кирка не ломается. Раньше ломалась. Несколько лет назад, когда я играл. И предметы тонули. Все предметы тонули. А сейчас вот... О, шифтом можно быстро погружаться шифтом. Оп. Так, посажу еще бамбу, сахарный тростник. Ой, что за звук? Так, и саженца надо, этот дуб надо посадить. Оп. Мне показалось, я что-то видел там. Фиг. Теперь сажаю сахарный тростник. И собрать надо песок. Буду копать и собирать тростник сахарный. И рубить дерево буду. Копаем. Опять начинается рутина. Ой. Не ставит факел, ах ты. А чем ставить? А так? Хе. Ой, так. А так? А так ставит факел. А так не ставит. Удивительно. Ну-ка, другой эксперимент. Не ставит факел. А, драка, драка. Фантом. Фантом получил. По глазам. Это фантом. Ну-ка, ну-ка, давай. На тебе. О, он не атакует, если... Он прерывает свою атаку, если получает мечом по лбу. Попал. Я попал, а он меня не ударил. Последний удар или два, да? Давай еще один-два удара. Ой! Он меня ударил. Потому что я поторопился, подошел к нему. Ау! Я в него попал, но слабовато. Ну-ка, ну-ка. На тебе. Да, нужна метка. Ой, их там двое или нет? Один. На тебе. О, еще получил. О, как это называется? Мембрана фантома. Фантомная мембрана. О, зомби меня видит. Зомби видит меня. И плывет по воде ко мне. А я копаю. Просто аккуратненько копаю. Лопата йог.
Ой. Факел сломался. Ой, опять я перепутал. Так, на тропинку, которую я лопатой делаю. Так, если я делаю лопату на траву, на нее факел нельзя поставить. Вот какая особенность. Сюда можно, а вот вниз нельзя поставить. Это тропинка. Копаю песок для получения стекла, прежде всего. Ну и песок является ингредиентом, наверное, при зельеварении. Я зельеварение плохо знаю в Майнкрафте. Два стека песка. Так, это песчаник. Песчаник — это строительный материал, наверное. Такой. Как называется? Сэндстоун. Да. Песочный камень. Написано. Сэндстоун. Сэндстоун. Дальше копаем. Ой. А дальше мне нужно уже как-то вот так сделать, чтобы я с лестницы не свалился при подъеме. Все, вместо песка каменный кирпич появился. И копаю дальше песочек. Где уже дерево? Где я посадил дуб? Вон. Так и не вырос. Когда же вырастет? Или ему темно? Светло должно быть. Так, деремся. Ой, их там двое, нет. А я спрячусь. Ага. Я буду прятаться. Не попал. Оп, попал. Ай, я не попал. Он попал, я не попал. Оп, на тебе. На тебе. На тебе. Следующий. Если научиться с ними драться, это реально. Если зомбаков рядом нет и скелетов. Так, это я поздно нажал. Ай. Оп. Попал я в него, и он в меня попал. Хлеб. О, хорошо, что у меня есть железная броня, полный сет. Полный набор железной брони. Я в него попал. И он... О, там еще трое! О боже! Вот это будет драка. Как? Как их так много? Один. Минус один. Так, всем досталось по чуть-чуть. Так, я их слышу. А, их трое осталось. Трое живых еще. Сейчас они будут гореть. Сейчас уже светает. Сейчас будут гореть на солнце. Получи. 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 Ой. Ой. Оп.
Да ёлки, я не могу в них попасть. Волнуюсь, наверное. У меня раш. Не могу попасть. Раш, я волнуюсь. Видимо. Хочу добычи. Так, в этого попал. Так. Не попал. 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 Двоих. О! Последний, последний. Все, я их всех грохнул. Победил. 4 мембраны. Получил. Фантомных. И кучу опыта. Поедим. Хлеба игрового. Чтобы восстановить здоровье. Они мне чуть-чуть поломали броню мою железную. Но это не очень страшно. Железа у меня много еще. Так, дерево не выросло. Бамбук не вырос. Буду копать. Все, лопаты закончились. У меня два варианта. Либо бежать за строительным материалом к домику, либо бежать за деревом туда, на берег. За строительным материалом, за деревом. Побегу туда. Почему нет? Лестница есть у меня. Эк. Оп. О, а зачем я здесь поставил блок? Он был здесь не нужен. Раз блок. Два блок. Эйк, поставили блок. Оп. Еще блок поставлю. Все, побежали. Не забыть факела поставить везде. То за мной придут всякие пауки и скелеты. И здесь немножко огня. О, бежим дальше. Так, кирпичных блоков у меня полно. А дальше что? Состыковка какая будет? Как будет? Состыковаться как надо будет? Вот так. Оп. Ступенька. Оп. Ступенька. Блок. Ступенька. Блок. Ай. Ступенька. Еще блок. И последняя ступенька. О, птичка. Я слышу птичку. Да, в лесу водятся птички. Замечательно.
Ой, что я творю-то? Зачем же ступеньки ставить было? Ладно, вполне смешно получилось. А факел можно на нее поставить? Можно. Удивительно. Только зачем мне так извращаться? Ой, упал. А на ступеньке, интересно, спаунится мобы? На ступеньках. Не знаю, ну лучше не проверять, но... Ой, что же я творю? Что же я творю? Так, это блок. О! Ой, тяжелая. Что это был за звук опять? Поедим хлеба. Так, нету блоков больше. Не вижу. Поставлю немножко факела. Факела. Факел здесь, слева, справа. Чтоб скелеты меня здесь не появлялись у меня. А, строительные блоки. Кирпичные, каменные блоки, каменные кирпичи ставлю. Еще свет. Освещение. Оп! И упал. Эх! Ну ладно, можно и так. Все, лесоруб приступает к своей работе. А лестница у меня есть? Я лестницу с собой не взял. Ну, Семен Семенович. Топор хоть взял? Топор не взял. Руками. Руками ломать буду. Какой кошмар. А булыжники у меня есть? Булыжники есть. Хорошо. Так, и вообще надо факела уже поставить здесь, чтобы не спаунились зомбаки ночью. Курица ушла куда-то. Ладно, потом ее найду. Так, еще немножко дерева надо. Чтобы сделать топор уже. И лестницу. Крипера нет? Не вижу. И не слышу. Ну вот, у меня теперь есть два саженца сосны. А если я на последнем блоке посажу саженец дерева, оно прорастет или нет? Как там в игре? Так, факел поставлю и сделаю. Сначала я сделаю, конечно же, доски. О, как. Как странно. Ладно. Что за звук? Что за звук?
Дельфин! Это дельфин! Дельфин! В Майнкрафте появился. Здорово, дельфин! Я тебя убивать не буду даже. Я слышал, что японцы убивают дельфинов и едят их. Но мне что-то не хочется его убивать. Какой интересный. Свистит еще. Ну, на самом деле... дельфины не могут издавать слышимых звуков. Человек не может слышать звуки, которые издают дельфин. Но все равно... приятно слышать. Приятно представлять себе, что дельфин здесь в игре может издавать свист такой. Так, за курочкой я потом схожу, может быть. Теперь мне нужно сделать палочки. Много палочек. Теперь нужно сделать... топор один. Лестницу. 18 штучек лестниц. Все. И срублю еще одно дерево с помощью лестницы. Так, песка накопал. Кто-то идет, слышу чей-то шаг, чья-то поступь. Опасно по ночам деревья рубить. Крипер подойдет, не замечу. Тут еще и в лаву можно упасть. Ух. Так, саженцев сколько у меня? Два пока. Два саженца. И надо еще. Саженцы мне нужны еще. Так, если увижу крипера, и он будет рядом со мной, я его оттолкну сначала ударом топора. Потом убегу. Обязательные два действия. Ни в коем случае не пытаться убить его сразу топором. Ну, не получится. Ну, курочка. Ряба. Так, осторожно, лава. Вблизи лавы. Так, 4 саженца, 5 саженцев у меня есть. Можно убегать уже. Из саженцев сосны, кроме, то есть, точнее говоря, из деревьев сосны, из листвы, вот, как правильно надо сказать, из сосновой листвы, как ни странно, у этих сосен нет иголок, это листва, выпадает только саженец, не выпадают яблоки, не выпадают палки. А лопату я не сделал. Ну ничего, у меня есть дерево. И булыжники. Верстачок сделаем здесь еще один.
от лопаты. Ну и все, надо бежать уже. Сундук сделаю? Да, почему нет? Пум-пум. Так, что мне выкинуть? Я выкину... кремень. И поставлю сон. Опять эти фантомы. Не хочу уже с ними сражаться. На тебе. На тебе. И он меня ударил. На тебе. На тебе. Сундук. Ой, не попал я. Попал. О. Вот теперь я готов сражаться. Ага, этому досталось. Крепко. Ох, опять он меня достал. Ну-ка на. Так тебе. Главное вовремя его ударить. Ха-ха! Еще фантомная мембрана. Сахарный тростник уже созрел. Так, что я сюда спрячу? Это мне не надо, это мне не надо. Так, саженец можно посадить. Теперь... 4. Вырастет высокая сосна у меня. А, ну что же, сахарного тростника полно у меня стало. Так, теперь надо быстренько пробежать, собрать из воды его. А, сейчас же видно. Плавает, как удобно. Видно. Раньше все тонуло. А теперь все плавает. Вот сколько у меня сахарного тростника? 50. Еще посадил много. Посадить еще, что ли? Или это уже лишнее будет. Ладно, сундук есть. Пойду в сундук что-нибудь положу. Саженцы, гравий, булыжники, мембрана фантомная, семена. Так, сахарный тростник пока уберу. Доски опять не нужны уже. Так, это не надо, не надо, не надо. Копаю песок. Продолжаю копать песок. Топор особо не нужен. Так. Копаю вниз пока. Песка очень много. Весь песок, наверное, я не выкопаю. Вот. Ну, полумесяц. Вижу. Раньше в лицензионном Майнкрафте луна была только квадратная, и солнце тоже. А теперь видно, что есть полумесяц. И полусолнце, да, увижу. Вот я удивлюсь. Что-то я не обращал внимания.
Ну, Солнце, наверное, уже не квадратное, а стало круглым. Округлилось. Сейчас я проверю. Я не обращал внимания. Раньше Солнце было квадратом в Майнкрафте. А на высоте 59 блоков. Песок заканчивается, появляется песчаник. Ой, ой, что это у меня тут? Темнота? Темнота, друг молодежи. Здесь тоже темноты нельзя допустить. А. О, а это песок. Продолжаем копать каплю. Лопаты нет. Прекрасно. Прекрасно, что у меня есть материалы для производства. Булыжники. Пум-пум. Пум. Ура. Копаю дальше. Все, дальше уже песчаник. О, а это песок. Я теперь этот песок покопаю. Немало песка получилось. Так, теперь так. А, что же я делаю? А так не получится, эх. Вот так надо. Что-то и сосна не прорастает. Эть. Так, этот песок тоже мне нужен. Пригодится. Так, здесь факел. Зачем факел там, где песок? В песок нельзя же факел ставить. Нужно здесь... Вот так. Каменный кирпич нужен. А здесь ступеньку поставлю. Хотя на последнем блоке нужно ставить не ступеньку, а полуступеньку, которую я скинул, наверное. Точно. Так. Ну-ка. Будет? Да, будет. Что будет-то? А, вот так надо. Угу. Блок. И полуступеньки. Вот так надо. Угу. Копаем дальше. Опять лопата закончилась. Что ж ты будешь делать? Так. Сломалась лопата.
Так, моя сосна долго ожидаемая так и не проросла почему-то. Может, из-за этого? Да нет, не должно быть. О, проросла. Волшебно. И листва. А это упавшие иголки. Что написано? Майнкрафт. Подзол. Написано. Блок называется. Ух ты! Опа, я тут могу проверять, могут спавниться мобы, скелеты или нет. О, как интересно. Как интересно. Свойства блоков. Самые разные свойства блоков вижу. В правом... Справа, на правом краю экрана своего. Блок. Посадить бамбук можно. Сахарный тростник. Эндерман Халтайбл. Значит, можно его задержать, что ли, здесь? Непонятно. Халтайбл. Удерживаемый. Написано. Название видеокарты. Версия видеодрайвера у меня здесь. Разрешение экрана. 1920 на 1080. Все пишется. Марка процессора моего i5 2400 ГГц. А, 3 ГГц. i5 у меня процессор давно покупал. 4-ядерный. Так, этот, наверное, не прорастет. Дуб. Наверное. Но, может быть, прорастет. А вот так, ну-ка я сейчас проверю. Так, тут написано, что Майнкрафт валит спаун. То есть место, подходящее для спауна скелетов. Я так понимаю эту надпись. Сейчас я поставлю факел, и эта надпись исчезнет. Это значит, что я прав. Все равно. Видимо, здесь будут спауниться нейтральные мобы. Может быть. Или, может быть, да, странно. Или здесь искусственное освещение не имеет значения. Подзол. Ладно, поиграл. Надо отдохнуть. Пообедать уже в реальной жизни. Много чего-то понаделал я, пока играл. О, и дуб вырос. Все выросло. Как прекрасно. Вот она разница в высоте и в количестве дерева. С дуба. Дуб дает немного древесины, а дерево, если срубить целиком сосну эту. Если сосну срублю, она даст много-много древесины. Выгодно сажать сосны. По 4 саженца. Все, отдыхаю. Менеджер спонж. Губка спонж.
Менеджер. Объединенно, что ли? Ладно. Все, останавливаю запись.